Друзья, всем привет! Хочу показать вот наших двух курочек. Это те курочки, у которых, по идее, не должно быть инстинкта насиживания. Вот они уже сидят где-то, наверное, с неделю на яйцах. Меняются, пересаживаются то в одно гнездо, то в другое. Меняются местами. И хоть яйца я собираю и уношу, все равно они садятся, выгревают, очень расстраиваются, когда я собираю. Сейчас вам покажу, как это происходит. Сегодня утром я одно яичко забрал. Посмотрим, сколько в этот раз будет. Слышите, как она нервничает по этому поводу? Так. Три под этой. И знаете, что еще бывает? Она, ну, не она, а одна из них пересаживается в другое гнездо, где яиц побольше. Почему-то это не заинтересовало. Вот, тоже. Ой, вот это. Ну ладно, ладно. Так. Первый десяточек есть. И что у нас еще? Ну так, в среднем, ну, где-то 16 яиц пока в день получается. А, ну вот оно так и получилось, видите. Сейчас еще проверим, потому что они часто прячут у себя под крыльями. Что? Ну все, наверное, сегодня тоже 16. Ну, я считаю, это тоже неплохо, учитывая то, что курочки линяют. Ну, сейчас я поменяю им водичку. И хватит на сегодня с ними. Вот такие они у меня классные. Видите, вот и он весь чуб подранный. Петушок вот ручной. Ну, на этом, наверное, все. Всем пока. До новых встреч. В новых видео.